Всем привет, с вами Ворма, это игра Oddworld Apes и Sadus, которую мы продолжаем проходить. Мы остановились на том, что мы дошли наконец-то до Soulstorm Brewery. Ни одного мудакона, ни единственного я не пропустил, я это проверил, посчитал, пересчитал. Все у нас замечательно. Так. Ага. А мы можем сделать так, сейчас F5, например. А, всех позвать, искать работать. И ничего не происходит, понятно. Идем туда вниз, пытаемся это как-то обойти. Так, ты. Иди сюда. И работай. Красавчик просто, мужик. Вопрос. Погоди. А как мне к этим пробраться? Тут секрет, что ли, внизу? Нет. А как мне тех спасти наверху, которые... Или там будет это... Я туда приду потом еще. Мне блиф подняло это как-нибудь. Но по-любому я как-то приеду на лифте, короче, да, сверху. И их сюда потом спущу или подниму, или что-то такое. Ну ладно, пойдем пока. Тебя спасать не буду. Ага. Ага. F5. Если что, я загружу просто свой сейв, короче, и перепройду. Может быть, вам покажу, может быть, вам не покажу. Посмотрим, как настроение будет. Аккуратно, он чуть меня не спалил. Опачки. Опачки. Глухие тетери. Нет, я не спустился, думал, съел все-таки. И тут тоже нет прохода никакого. Окей. Ой, блин, это уже посложнее будет. Секретов здесь, насколько я вижу, нет, но я проверил еще. Не проверю. Попытка номер два. Сейчас мы ее сделаем сразу. Нет, тут он не опускается. Они все-таки на нас попали со второго этого. Ту-ту-ту, как он называется-то? Не замах, а этот. Очередь. Со второй очереди, короче. Нет, ребят. Мимо. Опять мимо. Так, проверяем. Сесть. Сесть. Нет, он тут нигде не спускается. Значит, тут секрет у нас нет. Идем дальше. Так, идем. И последняя возможность у нас... Ой, тут сложно, смотри. А, тут прыгнуть надо, что ли, сразу? Ну, я тебя понял. Ты меня сейчас тоже пройдем. То есть просто сделаю вот так. Ха-ха-ха, косой дебил. Медленный ты слишком, медленный, и не догнаться тебя за Эйбом. Так, тут секретов тоже нету. Окей. Идем тогда дальше, в следующую комнату. Если нужно будет это перепройти, то я это просто могу пробежать, в принципе. Ничего страшного не будет. Да, показывают все еще те же самых пятерых мудаконов. Да ведь? Да ведь? Вроде да. А, и мне сюда все равно нужно кого-то привезти, чтобы они открыли двери. Так что, скорее всего, к ним сейчас и поеду. Ага, что здесь у нас? Туристические подсказки о диалисе, только про то, как управлять своим пердежом. Понятно. Всего два? Что-то мало. Спасибо. Так, а что наверху-то у нас есть? Так, давайте сразу выпьем тогда, если что. Если понадобится, то просто пернем. Ну тоже бы сейчас газировочек попил, но у меня закончилось, блин. Чуть мне не нравится, то, что я там слышу. Если мне придется пердеть и взаимодействовать при этом с летающими сликами, это прям вообще не весело. Так, он типа себя пролетит, да, и меня сюда может не будет... Ой, ё-моё. Да ладно, их там двое терлит. Да ладно. Да ладно. Херис, я понял, что надо сделать. Спускаемся вниз, короче. Делаем так, делаем так. Делаем так. И делаем так. Минус. Вот и все. Берем с собой на всякий случай эту штуку. Последнюю. Но надеемся, что она нам не пригодится. Да и не должна, в принципе, тут дофига этих летает. Я под коробками стою, поэтому он меня убить не может.
А улететь он в состоянии додуматься просто. Так. Да ладно, достал, серьезно. А, я сохранялся? Я сохранялся далеко. Дурак, Борн. Борн, просто ты тупишь просто прям вообще прям жестко. Вообще прям, ну тут вот прям... Не очень хорошо ты сейчас затупил. Потерял время как свое, так и подписчиков. На целых где-то одну или две минуты. Кошмар, ужас. Как можешь с таким жить вообще? Хирис. F5, короче. Я в тебя вселяюсь. И мы идем с тобой ломать там дальше мины. И пытаемся не умереть. Окей, идем, короче, F5 опять. Минус. 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 Сюда минус. Не достал под косой. Минус. Тебя тоже сейчас мы убьем, минус будешь. Минус. Всех прибью, короче, твари. Окей. Как это долго-то, блин. Окей, идем вниз. А вот и вы, падла, да? Ай. Окей. Блин, серьезно, то есть... Если вот этот лифт, если этот лифт не едет вниз, то я дебил. Мне придется заново проходить уровень, чтобы спасти того одного мадакона, который я стал рядом с краном. Твою мать. Ладно, посмотрим сейчас. Разберемся, короче. Всего их пятеро, тут их четверо, там мой полы, один там внизу. Окей, да, все правильно. Да, все правильно. Так. Ну, это лифт поднимает, это понятно. Но ниже я съехать не могу. Зачем этот лифт? Так, это опускает его. Нет. Так, ну тогда чё, блин, мне тебя надо спасти-то, да, чувак? Задерживаю время подписчиков еще больше. Окей, не страшно. Смогу я подождать, сможете вы подождать. Я говорил, что нужно будет перепрыгать? Я говорил. Я предупредил, предупредил. А он на меня же едет, точно. Надо наоборот от них когда. Ой, дурак, 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 дурак. Серия будет, короче, про тупость у нас сегодня. Смотри, а тут я вот так могу сделать. На, черт, не могу. Не тупи! Че ж я туплю-то? Я не знаю, что я туплю. Вот так выходит. Да ладно! А в прошлый раз как я сделал? А, вот так надо, когда луч, короче, за ним. Все, окей. Четыре осталось. Так, теперь за ним едем. Ой-ой-ой. Я так серию, наверное, назову. Серия дебилов. Эпизод про дурака или что-нибудь типа того. Ох, столько времени потратить на такие прости... А как вы сами едете вообще? Что тут за привидение, я не понял. Так. Так, теперь главное всех довести еще, окей. Они же слепые, напоминаю. Давно не было слепцов. Бегать они тоже не умеют. Все четверо идем. Все четверо идем. Да работай, сука! А ты встань. Иди сюда.
Окей. Так, окей, теперь сюда. Блин, ну тут уже опасно, они могут упасть. Нормально все. Блин, еще сюда. Блин, какая тяжкая серия, это, слушай. Ну, Бо в одну точку всем поставился, идеально. Так, и теперь, короче, вы все должны поработать немножко. Молодчики просто, вообще прям красота. Я вас дождать спасу, ребят. Прям без проблем вообще. Отправляйтесь домой. Может быть, вам там глаза развяжут, наконец-то вы сможете видеть и не тыкаться в стены. А вот и поезд у нас к Soulstone Brewery. Опачки. Это мы выехали вообще из этого центра, да? И приехали на сам завод. Я так думаю, завод будет довольно большой локацией, учитывая, что у нас еще 100 мудаконов. Музончик такой прям, да? Зашел такой прям. Классный. Окей. Блин, а вот тут я, по-моему, был, я не знаю, по-моему, один раз только, когда я первый раз игру эту проходил полностью, давным-давно тоже когда-то. По-моему, все-таки здесь был, но не помню этого вообще. Новости. Гамага-гамага. На матч. Внимание, террорист Эйп проникнул в Soulstone Brewery. Бошки Глакона были взорваны. Какой кошмар. And slaves are disappearing left and right, and the toilets are backing up all over the place. Top management reports that everything is gonna be fine. I'm out of here. Короче, мудаконы пропадают и там, топ-менеджеры все равно говорят, что все будет в порядке. Головы у трех главных глаконов были заменены на мудаконские, на эйбовские. Вот. И типа все будет хорошо, и оставайтесь, работайте дальше. Он такой, ну вас нафиг, показал то, что там перечеркнул этих трех глаков, потому что они уже дохлые. Типа, ну вас нафиг, я сваливаю отсюда. Глакон. А теперь тут просто будет глакон обычный, да? То есть не топ-менеджер, а просто обычные работники. Окей, без проблем. Но я не могу этим воспользоваться, потому что мне нужно уничтожить глаз сначала. Так. В принципе, у меня придет, что остался, интересно. Нет. А это что? А, окей, спасибо. Пошел ты. Так, что у нас там? В смысле? Че? А как его? Ага, я понял. Все, план сложился в моей голове, я знаю, что нам нужно сделать. Делаем, короче, так. Открываем дверь. Будем здесь этого дебила. Ползет, блин. Убить меня, пожалуйста. Он сюда пойдет. Вернулся налево. Попался. Ха-ха-ха. Никуда тебя бы не убежать. Так, встанем башкой налево.
Так, спустим лифт сразу вниз, чтобы времени не терять, пока он там сам доедет. Сразу убиваем этого чувака. Открываем дверь, но нам потребуется в дальнейшем. Так, и едем наверх за этим напитком. Нужно будет взорвать глаз. Вселиться наконец-то в Блакона. Окей, чтобы открыть вот эти ворота. Это мы все делаем ради этого. Окей. План построен. План выполняется. Ниже есть спуск? Нету. Так, поднимемся-то повыше, на всякий случай. Вдруг там опять спит новый слик? Потому что я слышу храп. Да, он реально спит, смотрите. Теперь не спит. Но он тут требуется просто. Не слышишь, да? Потому что я далеко. А я могу сюда вселиться. А в принципе он же мне не нужен, по идее, да? Тут же этими управляют, голосовыми переключателями. Блин, ну классно тоже добавили механику Блака на публичных, это прям вообще прикольно. Открывает. Спасибо. До свидания. Опачки, еще один появился, смотри. Они бесконечные, офигеть. Нет, а прикинь, они бесконечные. А тут есть, может быть, эти? Нет, тут никого нет. Я просто думал, может быть, там есть секретка такая. Знаете, на лифте спуститься нельзя, но можно ногами спрыгнуть. В Одиссее были такие секреты, их реально было трудно найти. Приходилось вообще чекать. Там же не было бутылок этих, которые показывают, скажут, ты ничего. Приходилось чекать каждую возможность вообще, в принципе. О-хо-хо-хо. Теперь у нас завод в виде храма получается, да? Зулаги у нас тут будут. Солсторм Бривери. Работников 23 в первом хабе. То есть потом еще будет какой-то хаб, получается. Угу. Ну чё, окей. Думаю, в первый гулаг мы уже успеем войти. То есть прохожу 4 гулага, открываю верхний, самый какой-то главный центральный гулаг, потом открываю нижний какую-то часть. Угу. А 4 я могу проходить в любом порядке. Это злак номер 3. Требуется работнику. Окей. Так, что делает рычаг? Интересно, он останавливает ловушки? Если да, то это замечательно. Но, скорее всего, он открывает просто ворота птицам. Да что ж ты будешь делать-то, ну? Так. Механика, пил. Сразу ко второй требуется ехать, да? Даже к третьей. Да! Сейчас к первой, сейчас к второй. Да что ж ты будешь делать? Я не понимаю, наверное, они тупые, блин. Он пил вот простейшая абсолютно ловушка, но, блин, тут не так поедешь и все, и жопа. Короче. Вот и все. Это легко, если не тупить и сразу делать. Окей. То же самое. Не тупим, сразу делаем и успеваем. Как только поднимается первое. Ни хрена, здесь наоборот надо подождать. Черт, они. Прям такие вот прям бесячие, прям. Бесячие. Просто бесячие. Когда тут ехать, а? Сейчас это и нет. Надо было еще одну подождать. А теперь я не знаю, сколько мне времени остается ждать. Нет. Блин, тут они прям вообще дикие какие-то. Три, два, один. Нет. Да я ж приехал, нормально. Чё ты, блин, обманываешь меня? Да, почти.
Так, значит, на третью, да, еду, получается. Раз, так, два, три. Я приехал. Еще раз. Так. Я выехал нафиг отсюда. Отлично. Да ну нет, сколько вас тут? О-о-о. Ну, почти. Я мог сейчас остановиться на центральной. Да, отлично. Не думай даже. Все злые на меня, да? Пидоры. Что-то я увлекся, смотря на этих злых мадаконов. Это, походу, им этот сказал. То, что сейчас все будет жопа, короче. Эйб, и они все на Эйба обиделись. А вы идете там, нет? Я просто не хочу обратно возвращаться потом. То есть я могу, в принципе, все это вырубить, потом вернуться обратно. Погоди, а тут я не допрыгиваю уже напрямую, да? То есть нужно еще... Ну, вам хотя бы грустно, когда я умираю. Эть, окей, отлично. Да ну нет, они не все останавливаются. А? Нет, зачем я кувыркнулся? Хочу сразу всех просто перейти, чтобы прямо не тратить. Окей, отлично. Здесь мы просто перепрыгиваем, но тут все равно какая-нибудь западанка сейчас будет, да? Ведь еще парочки, блин. Так. Быстрее. Бежим. Отлично. Черт, а тут посложнее. А, тут их три даже, да? Так, не-не-не-не-не-не, не работает никогда. У нас уже серия к концу подходит, мне нужно вас пройти, чтобы выйти отсюда уже, наконец. Так, сюда. На меня прям встаньте, давайте. Сейчас вместе побежим. Так, F5. Ой, блин, тут это запорот еще. Окей, сейчас пойдем. Блин, нет. Еще ждем. Упс. Сейчас. А чё, так просто и все? Окей. Так, теперь я делаю так. Теперь я делаю вот так аккуратно. А, тут они все остановились. Это замечательно. Это более чем замечательно. А, один кто-нибудь. Красавчик. Теперь можете валить отсюда. Ну, тут довольно сложная комната, это мне нравится. Продолжим тогда уже в следующей серии. Всем спасибо, кто это посмотрел. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите дальше. Всем удачи, всем пока.